Итак, друзья, что? Лагерь завершен. Сейчас в обратный путь, непонятно, правда, по какому маршруту. Пытается развернуться. Привет, так, Русик, кто-то... расскажи нам, куда мы едем. Да пока непонятно, что-то пока у всех понятно, разный маршрут. Да. У него... Тут еще машины. Да, такая зима серьезная в этом году местами. Витя Болт с нами. Массовый разворот и улетаем. Так, продолжает Витя свой нелегкий разворот. Не дают ему возможности. Сейчас я их отогнал. Давай, Витя! Нормально на докатке развернулся. Сложно, конечно, в таких погодных условиях. Зеркало так, восстановили где-то года 4 назад, наверное, 5. Пап, эта штука... Какую церковь? Там, где ты сегодня был. Ее только 4-5 лет восстановили, да? Да, но не так давно восстановлено. Ее начали восстанавливать давно. У меня есть фотографии где-то там. Мне понравилось, что самообслуживание там вот такой интересный вариант. Кладешь деньги. Так, мы куда-то на какой-то жесткий опять маршрут уходим. Ты помнишь дорогу? Я помню дорогу, я знаю дорогу. Мы можем выехать на Сосняку и приехать домой просто, и все. Но мы можем приехать со всеми. Папа, поехали, вдруг они потеряются. Поможем им, если. Ну да, да. Папа, да, да. Да поедем. Так мы еще успеваем. Она про ту горку, что на том берегу? Ну да, на любую горку, которая в Киеве. А у нас на самом деле кубик на трех колесах. А, кубик же не едет, поломали или редуктор, не, ну, или полуось. По ровному он доедет. А мы по этому спуску подымались? Да. Да? Вот в темноте. В темноте все. Даже переходы. Все по-другому как-то, да? Ну, что-то не понимаю. Включи дальний. Блин, как-то так из стороны в сторону. Это на колея такая, да? Я не попадаю в колею, у тебя шире колея. А, у тебя шире? А у Лени наоборот. У Лени газ закончился. На бензине не заводится. Видимо, зацепился где-то крючок там в багажнике. Сейчас бородач будет тянуть следующего. Андрей, вернись на трассу. Так, Леня завелся, за унимогом зацепили его. Крис там где-то впереди. А что? Там меня. Блин, метет, слышь, это так метет, да? Там вообще классно в лесу сейчас. Офигенно классно. Тихо будет вообще. Тихо будет. Сколько? Интересно, всех прикинь, чтобы зацепить за унимов. Потянет? Ну, потянет на пониженный. 18 литров в час, это с 9 утра мы едем. Еду с кидалой, сейчас. Давай мы тебе 4 часа, 4 норма часа оплатим. Так мы уже контентом отдаем. Сзади кто-то пропал, в лес ушел, в сторону встал. А гелик едет за нами? Нет, вы такого увалили далеко. Так, друзья, метет не по-детски. Ого! Погодка. Посмотрите, пошел снег. Не, или сдувает. Метель или сдувает, не по... Нет, тут снег идет явно. Потому что так сдувать не может, как-то сильно, сильно много. Сдувает. Тирани, Андрюха, или не оттирает? Да уже все.
газ закончился. Сейчас, давай к бородачу сразу зацепимся, пока мы на ходу. Там не закончился, он закончился. Не закончился. Да нет. Когда полный раз мёшь. Обмёрз, типа, понял, не было. Да. Опа. Блин, как красиво, смотри. Ну нормально, идите, ну. Нормально. Ну не беди. Общались. Это не самая страшная потеря. Это тенденция какая-то. Блин, ну лес красивый, да? Так мы что-то прощались. Ну куда ты едешь? Опа, Андрюха, я знаю короткую дорогу. Мне кажется, мы по этому маршруту поехали. Это замело так? Это ж мы ехали, да? Нет. Чего? Мы вообще не были сегодня. А, не были тут сегодня? Включай дальний. А, резанул, смотри. Блин. Резанул нормально. Витя на докатке едет. Это мы за Витей, да? Да. Гранд Чероки на докаточке. С правой стороны колесо. Нормально идет на докатке, уверенно. На велосипед. Тормоза починили. Заглушили. Ахи, тормоза порвал? Ага. Сзади трубка умерла. Ну, подустала от возраста. Куда? Андрюша, а ну забери. Какая-то новая дорога. Да. Включи дальний, Андрюх. Папа, я с тобой. И я с тобой тоже. Еханы бабы. Папа, я хочу с тобой. Куда ты? Мы там уже все сзади, не говорит, там моргает. Попытаемся прорваться от него. Где пошла? Подожди, Саша, мы валим. Просто не оторви. Ёханы бабай, Андрюха. Нормально. Тут альтернативный маршрут у нас. Обходим. Тут влево можно. Режем нормально. Ёханы бабай. А вон бородач с брелком, да? Смотри. Опа, смотри, нормально тут люди вон ездят какие-то. Лес тырят. Давай, газон, спросим, почем дрова мне на СТО надо. Давай. Смотри, как метет, вообще переметы такие. Бородач стал вытаскивать. Да? Бородач с Леней тут. Саша, я тоже не хочу сзади, но тут все вперед не влезем. Включи ближний, Андрюх, ближний. На дальнем едешь. А где Витя? Мы обгоняли, да? А Витя был бы, если бы ты подцепил газон вместо Лени, я бы Леню даже дальше потянул. И до Березнякова бы дотянул. Или на Троещину затянул газон. И до Троещины газон не отвязывал. Да, прикольный вечерний заезд у нас. Андрюха, Андрюха, у него фаркоп, кажется, или нету? Нет. Был, как и у меня. Да. А хоть нашли твой фаркоп? Конечно, он к веревке был привязан. А, он к веревке был. Фаркоп повернул? Да. С баттером совсем. Саня, чувак, по встречке тоже едет. Надо было спрашивать, помочь нужно. Что значит тоже, это точно. Нет, я понимаю, что ты завидуешь, что у тебя такие-то. Красота, да, ты спрашиваешь, сказал.
так теж вже не наші проблеми. Нас тут більше. Блін, встречка в натурі, слышиш? На бидлодіодах, да? Иди к мамі. Нет. Саша, я тоже не хочу сзади, но ничего не приходится, что? Иди к маме, Руслан, тоже. Идите все к маме. Блин, как красиво, да, впереди? Смотри. Саша, посмотри, как красиво. Ёханый бабай, Андрюха, блин, не спеши. Ты представляешь, я на вас повесил всю вот эту подвеску с этой машиной. И что? Неблагодарная девушка. Да ты говорил, что-то там оно... Все равно так не едет. Этот едет, блин, не едет. Ну, проглатывает. Да, погладил ямы. Не, ну ты ж пневму не ставил, тут же пневма. Да какая разница, ну, упругий элемент только другой. Все рычаги. Все? Все сохранено. Ну, а колесная ж база, или примерно тоже похоже, да? Ну, ну чуть-чуть и короче на УАЗе. Короче. Ну, не намного, кстати. Да, тут же тоже не сильно длинная. О, знакомые возгласы, что-то мне напоминает. Мне скучно. Ну, ребенок говорит, мне скучно, что? Поехали веселее. Андрюха, знак, знак, не сбей, осторожно, режь, режь. Там потеряли. А ну, надо подождать, давай. Давай снимем видео. Про Витю. Так, Чироки. Чироки едет. И к маме молча дает. Мне интересно, у мамы кто-то там, чем мама папе ходит? Хочешь? Ну, Чироки, так, гелик. Нива поставили. А где ж Витя? Я вообще у вас за ним. Витя есть. Нормально, ты сможешь, я верю. Нужно контента хоть немного. Нива рядом, все хорошо. Витя, как же впереди? Витя впереди оторвался. Ой, гелик пошел. А, у него заднее правое не работает, да, колесо. Все, Витю нашли. Он впереди, оказывается, без сноуборда. Так, все, догнали всех. Давай, парни. Клиренс бешеный, конечно, в гелике. Мама ждет. На тибусах. Идем красиво. Я дальний кричу. Так наоборот хорошо. Не, не, дальним хуже, Андрюх. А так? Да, да, так лучше. Ну, чтобы все потушили. Вот так, давай вот так сделать. Так, вот так сделать. А ну. Не, так хуже. Чего? Так хорошо, да. На ближнем лучше всего. Вот так. Так, режем влево. Уходим лесами. Уходим лесами. Андрей, ты правда не бачишь, куда ты едешь? Да я вижу куда, я думал, тут дорога. Ну, не по дороге. Ну, у вас мы поехали. Давай сначала гелик, да? Подожди, гелик едет, гелик едет. А, подрезает, понял? Андрей. Подрезает гелик. Тут деревья, Андрюха, будь осторожен. Нормально, про тут проходишь. Одну машину дальше надо выехать. Все, я справился на даче. Смотри, я всех подрезал. Подрезал, красавчик. Все. Это жесткий. Один жестче другого. А мы сейчас объедем под двум прицеп, если позволю продолжить. Так, тут Геленваген. Ну куда на движок? Там просто перевел. Новые приключения. На УАЗе закончился газ. На бензин не хочет только переходить. Цепляйся к унемогу. Сейчас Андрюха бьет колею. Что ты? Thank you.
бьет Range круто. Так, отжигали. Сейчас за патрол вас цепляем. Там уже бородач возвращается. Паша развернулся. Так, попытка починить УАЗ. Где ты, бородач? Подожди, подожди, вот тут что-то льется. Стой, 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 стой. Подожди, у него что-то там... что-то херачит. Вон бензин льется. Ты раньше не мог прийти помочь, починить? Вот, хватай рукой вот сверху. О, привет. Дальше. Привет. Вот это, Дед Мороз. Подожди. Да вот у меня бензин, вот. А ты в Атлантике? Там течет и прямо херачит оттуда дым и воняет. Надо попробовать крутить на косу. Да вот, смотри, бензин. Это металл, я так понял. Да бензиновая, вот, ага. Вот бензиновая. Ну а куда она? Ага. Ну там что-то течет. Ну давай еще раз. Может, ну воняет? А ну ладно, еще раз. Покрути, посмотрят они все вместе. Посмотри, ну, я первый забегаю. Здесь лопата, Рома на снег бросает. А сзади там только пиздец. Мне представляют, давайте дернем, у нас пиздец. Я говорю, что смотрите, где течет, что вы там разговариваете. Насчет электронасоса просто залило карбет. Без разницы, ваш электронасос и Лада Карби должна держать. Все, починили. Валим дальше. Испугался и починился сразу. Это УАЗ, да, Андрюха говорит. Это непредсказуемый автомобиль. За бородачом. Лебедка. И на лебедку светит фонарь с камеры. Да, да, это чтобы видно, как наматывается, понял? На мотку смотреть. Да, помню. Да, на мотку смотреть. Четко на лебедочку туда камера. Да, да. Ну. Так, бородач куда-то. Поехала, а Леня опять заглох, поехал к Лене. Ёлки. Манипуляции надо строго в определенном порядке, даже если все работают, ехать, да? Рокировочка. Пап, нельзя. Вот это, а? Надо назад, я еще сзади. Хочешь поехать и там машину? Нет, не хочу я там. Чего? Выйди там, может, топ видео. Нету блокировки? Да есть. Нету. Да едет. Тормозная просто и все. Газ закончился. Андрюха не газует, еще бородач придется и нас тащить. Будем паровозиком точно. На трава, наверное, везут уже. Так, валим, валим, валим. Блин, американский Андрюха! Андрей! Американские горки! Блин, я уже два раза башкой дала. Да смотри, не мягко, что вы. Передесятка едет. Да ничего, что я припрыгиваю, не отрываю. Прикусись. Андрюха. Саша на руках. Даша, придави маму. Андрей. Да. Ты сейчас поедешь с Леней на веревку. Со стеклом из клеенки. Мы на сошняков почти выехали, я говорю. Там есть молитвы, какие читают. Молитвы? Кто читает молитвы? Ну, звучит так, начали молитвы в Египте, без перестану сейчас говорить. Да, да, это бородач. Аминь. Это жестяк. Как сошняком прямо. Вот, красиво. Вот, смотри. Борисполь? Что, на Борисполь едут? А мы под сошняковым, вот. Где это? А вот она, мы сейчас... Поехали. Чуть левее поворачиваем, в сошняком вышли. Мы вот тут подождем. У нас буквально, ну, километр сошняком. А что надо делать? Или ты сейчас свою воду, а не
Андрюха, быстро не едь, Андрюха. На большом перекрестке чуть левее, парни, мы в Сошняково выезжаем через километр. Да не выйдем. Вот, все, мы на него повернули. Андрей. Ямы, 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 Андрюха, да, трамплин, я трамплин. Успокойся. Пошли сразу вылетим в Борисполь. Трамплин, в Борисполь вылетим сразу, сейчас. Это жестяк. Андрюха. Вам там сзади только тяжело. Говорит, вам там сзади только тяжело. Я морды поменял. Вот Женя, смотри, как валит на себя. Да, Женя валит, слышишь? Женя хоть за руль держится сам, блин. А мы держимся за воздух. Так там ручки есть. Где? А, вверху. Ты раньше не мог сказать? Я же не знал, что в этой машине предусмотрены ручки. Я думал, только в Запорожце ручки. И то не везде. Там сквозными саморезами, тут на подтай. Ну, ты знаешь досконально конструкцию этой машины. Главное, не врежься в Жеку, у него машина предпродажная подготовка. Ты собрался продать? Да, да. Всегда мечтал он в детстве о короткой Ниве, а ВАЗ-2121. Да ладно. Да, не крокодили, Шевроле. Все, хочешь променять? Да. Да, этот на хрестик выходил. Не, 70-ка хорошая машина, но она такая немного специфическая. Требует постоянных ремонтов. Дорогостоящих. Друж, я не держу тебя, беру Сашу и телефон. Да не держать, ты сидишь. В лицевой тачке. Да, только я отрываюсь от 90-х годов. В люксовой тачке 90-х годов, блин. Так у меня вообще 2000-го BMW. Это у меня 2000-х тогда. Глянь, глянь, посмотри, посмотри. Осторожно, брелок, чтоб. Ёханы, дрова, Андрюха. Обогнали, вставили бородача. Шлагбаум, тормози. Чувак убегает. Думаю, тут это без башни. Откуда они выехали? А что это за шлагбаум был? Куда мы попали? Ё. А вон, слышишь, мы впереди догоняем кого-то. Да, мы сейчас начнем в Борисполе с самолетами сидать. Витю догнали. Блин, Витя сегодня, конечно, уже не тот, да? Ноги устали, наверное, на педали давить. Витя, короче, мы решили сегодня, что ты не торт. Посмотри, Витя. А, так он, смотри, он как самолет подписан. Ан, видишь? Ан-24. Витя. Витя тут. Подожди, я хоть ему помашу. Открою окно. Стой, Андрюха, ну подожди, я вылезу в окно, чтобы Витя меня увидел. Где же Витя? Вот он, Витя. Вот он, Витя, уже не тот. Но пытается, слышишь, пытается нас нагнать, Андрюха. Моргни ему хоть аварийкой. Так, ну мы догнали часть банды, которая справа будет магазин. Была в отрыве. Да не, надо бензоколонку, я понял, больше, чем магазин. Еды ты видел, сколько осталось там? Там дед будет 2 недели на гособеспечении. Фух, блин, вот это ты жёг, блин. Резал жестко, конечно. В рейндж-ровере, что мне нравится, что чуть комфортнее, чем в УАЗе. Я до крыши ни разу не достал. И это, хотя в воздухе находился многократно. И это, и V8 звучит красиво. А я 2 раза достал. Ну просто... Я 2 раза башкой дала об крышу. Ну ты ближе к крыше просто сидишь. Я а не, у меня... Смотри, у меня просто опыт, понял? Я сгибаю туловище пополам просто сгибаю. У меня после... На той неделе я тренировался на УАЗе и научился сгибать туловище, чтобы не доставать до крыши. Ну и шею я тоже ввожу вовнутрь, шею опускаю, знаешь, как на электроприводе. Мы сейчас должны выехать тупо в воинскую часть. Да? Да. Откуда у тебя такая информация? Да я катаюсь здесь, тут просто грибами катались. А, ты тут все знаешь? Я знаю, так, с той стороны. Ну грибы сейчас мы не найдем, я тебе скажу точно, да? Слышь, подожди, такая-то дорогая машина впереди. Это... Где запаску у него кто-то отжал уже? Видел? Нет запаски. Это да это не... А, УАЗ. Патриот, думаешь? Да. Может, да. Патрол это? Патриот. Патрол уже что ехал рано очень.
Не, какой-то был еще. Патриот это? Синий возможно. Что-то патриот. На патриот не похож. Не вайт сзади, а синий патриот. Да это на патриот не похоже. Да это патриот. Патриот, да? Не, ну идем красиво, конечно. Зачем? Блин, такой дрифт я не снял, только что был жесткий. Мы все пытались на левую сторону пересесть. Острый. На трассу выезжаем. И все, и... Где трасса? Ну, прямо вон. Сейчас левые дороги. Давай мы в колею набьем. Алло.